приготовление геля с экстрактом коры осины и дигидрокверцетином. В состав геля входит большое количество различных компонентов. Это медные производные хлорофилла, это экстракт осиновой коры, альгинат натрия, ментол, мощный антиоксидант и антигипоксан, дигидрокверцетин, экстракт пихты, касторовое масло и пектин. Основу составляют вода очищенная и сорбитол. Было потрачено большое количество времени на то, чтобы ввести все активные компоненты в основу, не изменяя свойства конечного продукта, для того, чтобы он был аналогично биоадгезивный и сохранял активность всех действующих веществ для достижения необходимого эффекта при уходе за полостью рта, после различных состояний и кабинетных стоматологических манипуляций. И комбинация, вся композиция вводится поэтапно, частично в нагретые компоненты основы, а частично в охлажденные, и технологический паспорт смешивания компонентов геля позволяет добиться равномерной вязкости и консистенции конечного продукта, несмотря на большое количество твердых компонентов. Было пройдено 28 составов до того, как тот продукт, который мы можем на сегодня предложить, получил свой конечный вид. Дигидрокверцетин, входящий в состав, действует особенным образом, как мощный антиоксидант и антигипоксан, что также способствует улучшению питания и трофики и улучшению состояния пародонта. Касторовое масло является как компонентом основы, также сохраняет свою биологическую активность за счет содержания каротиноидов, органических кислот, провитаминных веществ. И несмотря на большое количество различных компонентов, нам удалось технологически разделить их в основе, сохраняя активность каждого из компонентов. Экстракт осиновой коры также имеет большое количество различных компонентов, действующих мультинаправленно. И используется в том числе как природный антисептик, к которому не возникает привыкание. За счет этого гель не имеет срока применения, он не ограничен. Можно использовать его сколь угодно долго, если это необходимо. Отдельные состояния нежелательные, ну а также наличие различных статусов стоматологических или заболеваний, даже после устранения острого состояния, требует постоянного ухода и поддержания результата в избежании нежелательных последствий. Ароматизатор натуральный мятный придает вкус и запах гелю, делая его приятным даже при постоянном применении. При смешивании получается однородная масса светло-желтоватого цвета, который имеет характерные включения зерен хлорофилла. Упаковка геля происходит в профессиональную тару. Это пластиковый шприц с канюлей, с носиком, для точечного нанесения в конкретное место и для дозирования необходимого количества геля. Гель не образует массу при нанесении. За счет образования пленки расход его достаточно экономичен и длительно удерживается на любой поверхности биологического происхождения. Кожи, десне, слизистой. А шприц имеет поршень, который позволяет точно дозировать количество, необходимое для нанесения. Колпачок защищает свойства геля при хранении. Две формы выпуска имеют объем 5 и 13 мл и за счет уникальной биоадгезивной основы не требует частого нанесения.
Гель сохраняется на десне до 3,5 часов и замедленно смывается слюнной жидкостью. Идеально использовать при внезапных осложнениях или каких-то состояниях нежелательных, которые не содержат инфекционного компонента, который еще не успел присоединиться, ну а также вне обострения для постоянного применения. Дигидрокверцетин по праву заслужил внимание и применяется давно в составе различных компонентов и форм, как П-активное вещество, оно способно улучшать состояние питания, обмен, микроциркуляторного русла и сосудов. Ну и как мощный антиоксидант он препятствует перекисному окислению липидов, улучшая, опять же, процессы восстановления при различных поражениях и процессах. Свойства геля с дигидрокверцетином и корой осины. Гель имеет характерную маркировку фиолетового цвета и при нанесении из тонкого носика прилипает к любой поверхности биологического происхождения, что обуславливает длительное сохранение на слизистой и продолжительное действие с замедленным высвобождением активных компонентов. Благодарю вас за время и внимание. В ролике был представлен обзор компонентов, из которых изготовлены средства Фитодент, а также их приготовление и свойства каждого из продуктов. Это эликсир, водно-спиртовая вытяжка, ополаскиватель, это водный раствор, две масляные формы, а также гели, содержащие антисептик или без химического антисептика с экстрактом осиновой коры и дигидрокверцетином. Стоматологический магазин «Ромашка» благодарит вас за время и внимание. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе последних новостей и актуальных материалов. Мы постараемся подробно раскрывать свойства всех продуктов, которые предлагаем сегодня профессиональному рынку, а также людям для ухода за полостью рта и применения в целях профилактики стоматологических заболеваний. Это наши контакты. Весь контент является полностью авторским материалом и защищен правами на копирование и повторное использование.